Ты ребенка забыла. Все, пока. И вот так целый день у нас. Детвора. Такие шкодные, такие прикольные. То на английском, то на русском. То плачут, то смеются. Все, буфет закрыт пока. Эта часть буфета закрыта. Красотень, божечки мои. Кругом фотографии какие-то старинные. Все знаменитости, перезнаменитости. Элла Фицджеральд, Элла Мартинелли, Розарио. Боже, как красиво. Еще разочек. Кусочек солнышка. Все, пошли домой собираться на шоу. У нас шоу каждый день, каждый вечер. Какие-то представления. Так. А, нам пешком спустить. Ау! Ага. А как ты на меня сказал? Get out. Я никогда тебе этого не забуду. Все. Да, правильно. Я бы тоже не забуду. Ничего себе. Get out. I don't want to hear all that. Crap. Чего? А ну-ка повторите еще. Чего вы там хотите? Что ты? Что ты сказал? Эй, ты, хозяин дома, деловая колбаса, вот так. Да, пока. Так, включаем свет, врубаем свет. Ой, у Тони кроватка заправлена, у Аллочки кроватка расправлена, а у меня вся набросана всего-всего. А я не поняла, он что, нет, или это ты скинул? Это я скинула, это что он уже после того... А то я вчера точно так же скинула, думаю, нифига себе, я тут так и осталась. А так ты валяла сегодня здесь? Нет. Потому что я пришла, когда смотрю, это он так застелил плохо. Ладно. Мама, who did this to my bed? Наш этот, который убирает у нас. Ой, сказка. Боже, как хорошо вам нравится, я никуда не иду. И я никуда не иду. Я снимаю тоже обувь, сажусь сюда и все. И мы сидим и слушаем шум волн. Да. Так, а у нас два стула. Один мой, мама, второй твой. А Тони на руки возьмешь. Нет! А почему это нет? Вон, садись на маленькую. Тихо. Я с ним разговариваю. Так, пошли в детский сад. Он уже передумал. Что значит передумал? Он может передумывать сколько хочешь. Я не передумала. Понимаешь? Ой, какая ты, посмотри, какая сказка. Боже, какая сказка. Так наелись, опять объелись. Господи, ну сколько ж, ну разве ж можно столько есть. А еще ужин у нас предстоит 8:30. Пойдем на ужин? О, Люд, груша осталась. А у нас еще ужин. Иди! Ку-ку-ку-ку, это тетя Люда на груша. Да ради бога, ты что, пусть на здоровье ест. Ура! Ешь. Падаем, пока кресло освободилось. А все. Барыня встала, место пропало. Мультики включаю. Барыня встала, место пропало. Знаешь такое, нет? Ой, тра-ля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 . У нас закат сегодня. В ухо мне. Толя! Вот он мужик вот так взял и разобрался с нами. Тетю Люду ударил. Ага, ты мне в ухо дал. Я тебе должна. Я тебе обязана. Мамуки. Боже, какой высоко. Люд, сиди сюда. Вот тут дом один туда, а это тут такой вид работает. Все, и не придешь ты сюда. А ножки сюда положить еще. Вот это вообще сказка. А ты вот это правильно. Только меня не снимайте, а то там забудьте. Ничего не видно. До свидания. Bye-bye. До свидания. Бай-бай. Точно закрыл нас, ты посмотри. Ты можешь смотреть. Сам придурок. Боже, какой красивый закат. Боже, облака тут красивые.
Так, я теперь тебе должна выкладывать. Иди сюда. Ты мне дал в ухо? Теперь нет. Теперь я должна тебе. А давай. Ставь сюда свое ухо, да, давай. Я сейчас тебе объясню. А. Ну как это не а? Нет. Что такое нет? Давай быстро ухо сюда и все. Давай ухо. Нет. Что нет? А куда ты попрешься? У нас тут не ждали. А вон упрется. Вот там закрой дверь с той стороны, и там и сидит. Блин, сынок. You're gonna go swimming there. Здрасте, в чище воду. Ты хочешь свимминг? Сейчас мы тебя... Это он тебя хотел? Раз, два, три, и туда. Давай за кораблем будешь плыть. Ты же хорошо плаваешь. А чего нет? А что, боишься, да? Да, боишься? Мы тебя не будем туда. А мы на веревочку. А мы тебя на веревочку. На этот круг. На веревочку и будем тянуть, а потом притянем наверх, если что. Давай. Нет. А чего нет? Это классно, тепленько, водичка такая. Нет. Там холодно. Там, правда, акула может быть. А, точно. А то и две, а то и три, а то и пять. А ты у нас откормленный такой красивый. Тушка, прям какой-то поцарапанный. Добрая мама. Упитанный и невоспитанный. Знаешь, как в этом Барбара Коса или как там это? That's how I fell down. А Антоша наш упитанный и невоспитанный. You're fat too, so you should go. Вот так вот. Вот так вот. We'll так ее веревка не выдержит. Антоша, веревка. Веревка только на маленького мальчика рассчитана. Веревка появилась. And then you go down swimming. О, боже, а то меня акула съест. Ты бежал? Ну, я буду его мамой. Будешь моим сыночком? Сейчас подумаю, то мы лучше тетю Люду бросим туда. Лучший вариант из мамы при маме останусь. Ну что, меня бросите? Нет. Лучше вообще никого, да? Мама разве фат? Ой. Мама разве толстая? Мама самая красивая. Ну скажи быстренько, что мама у тебя самая красивая. И фат. Ты еще не видел фат? Мама сейчас как расплачется, как начнет. И бросится сама. Why did you told me that I'm fat? А я не говорила тебе, что ты фат. Я сказала, что ты упитанный у нас и невоспитанный. Потому что ты... Разговариваешь со взрослыми плохо, кричишь на маму, и на тетю Люду уже кричишь. Разве так красиво? Можно так делать? Это ты считаешь, что ты воспитанный мальчик? А? Скажи, вот девки замучили меня, да, Тони? Скажи, вот замучили меня, да? Что одна, что вторая. Ну, это притих, знаешь, сказать нечего. Вот на этой вот эти нечего. О, здрасте, я понимаю, что сказать, так давай драться, да? А я же дрыгнусь сильнее, не только словом могу ударить, могу же... А Тони, я за тебя. Пусть только попробует. Что вы говорите? А это, волшебная палочка у нас, забыл уже? Я буду спеть. А палочку волшебную забыл, да? Что ты сказал? Бат? I'll keep the stick and hit your butt. Я возьму палочку, ударю тебя по заднице. I can do it on your butt. Да? You did me a million times in there. I can do it too. What can you do? When I go there, she spanked me. I'll spank you. Мама, зачем ты? Куда ты go there? You told me to lay down and then. Боже, когда это было? Как они орали, так ничего. Не ваше дело. Соседи. And now I'm gonna do that to you. Ну зачем ты, мама, идешь? Then why did you hit me in my butt? Когда? Сейчас? 100 лет назад. At home. Да, а сейчас вспомнил, зачем ты, мама? Вспомнил. Вспомнила, девка, я бабкой была. Ага. Но вот вспомнила, бабка, я девка была. А вот, мама, зачем вспомнил ты сейчас? Вспомнил про дом, здравствуйте, приехали. I can see you. Такой класснёвый вообще, прелесть. Где он класснёвый? Тони, I love you so much. Дышать-то что же? У нас же так нужно. Не, нельзя, нельзя. Не больно же, у меня синяк будет. Он балуется. Ты ж как это. А я тебя давай так ущипну. Как плющ. Маме же тоже больно, давай я тебя ущипну. Нет. Что нет? Не больно или не надо щипать? Будет мама синяку брать. What's that? Синяк. Ты же меня ударил. No. What's those little dots? Вот это ты меня укусил. Нет. Да. И нет. Вон твой зуб торчит, видишь там?
Тогда нет, моя тиса. Не твоя тиса, нет. А чья? My teeth is bigger than that. Даже bigger? Ну, так значит, это твой, это, ноготь. Я поцарапала. Нет. Как это нет? А чей? Somebody else did that. Somebody else. Ну, конечно. Все на кого-нибудь свернуть. Лишь бы на кого-нибудь, но не ты. Ой, какой классный. Боже, да какое ж дитё золотое. Ты моя птичечка. Ты мое сонечко. Ты пошел спать? Все, мамочка, он пошел спать. Все, укрывайся, ложись спать. Мама, пошли. Выключаем свет. Пойдем смотреть на пиратов. Тони, мы тогда уходим? Он, все, он уже пошел. Он, наверное, устал. Он устал, конечно. Он устал, он лег спать уже. Все.